Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики. Здорово. Ромка, а что, если бы у тебя родилась третья девочка, вы бы еще рожали? Да не знаю, честно говоря. Да? Ну, а тебе вообще важно иметь сына, наследника? Ну, конечно, важно. Еще. Продолжение рода, ширяй младше. А ты? Ну, мне тоже казалось это важным, но вчера с Федькой в кино ездили, прикинь, и он мне попкорном всю машину засрал, и я пересмотрел свои взгляды на жизнь. Да? Ваня, ну ручку дергай и все. Да, пап, я дергал. Письку ты дергал. Садись давай. Не закрыл. Сейчас. Не закрыл. Сейчас. Господи, Ваня. Кашу надо есть. Пап, можно я кока-колы попью? Не надо ничего жрать в машине. Пап, я пить очень хочу. Надо было дома пить, Вань. Пап, я пил дома, я все равно хочу пить очень сильно. Пожалуйста. Давай только аккуратнее, хорошо, Вань? Хорошо, пожалуйста. Пап. Сейчас я тебя открою. На. Спасибо. Давай только аккуратнее. Господи, Ваня, ну я же сказал, ну аккуратнее, ну... Заведенная Юла, шанса нет. Вань, чё? Так мы мимо спортзала моего проехали. Как проехали-то, Ваня? Ты чё молчишь-то? Да, папа, я говорю. Ваня, ну ты же мужик, ну говори громче. Куда ехать-то теперь? Папа, а кто такие рукожопые? Ну, это такие люди, у которых руки из жопы растут. Ой, я таких не видел. Ну, они сына ночью выходят. Дороги делают, законы пишут. Сейчас таких много. Ваш документ. Страховочку. А, сейчас, секундочку. Че, папа, ушел говнишник? Вот страховочка, пожалуйста. Так, сына, я сейчас отойду. Спокойно меня сиди, жди, хорошо? Угу. Давай. Господи, ну что ты делаешь? Что ты устроил-то? А, иди, пап, быстро. На свое место. Паразит, а. Ваня, закрой окно. Я по мусор только выкинуть. Ну выкинул, закрой. Подожди, какой мусор? А тут какая-то бумага валялась. Ваня, господи, документы на квартиру. Ну ты что делаешь-то? Сина, ну что, приехали, нет? А ты чё? Ты чё, опять уснул, что ли, сына? Где мы? Я ничего понять не могу, уже кружу здесь 3 часа. Папа, мы где? Папа, почему небо голубое? Ну, потому что оно доброе и чистое. Как ты? Ну, в смысле, как я? А я-то еще сильный, понял, да? Да, ты сильный голубой. 3 месяца назад я написал эту песню, но с ебаным темпом инфляции я заебал всех теперь, девочки. Так... Маме, чтоб ни слова. Я хочу колы. Хорошо. И чипсов Лейс. Ладно, куплю. Папа, меня тошнит. Блин, а я тебе говорил, не сиди в телефоне. Папа, ты мне говорил, ничего не делать, ничего не трогать, ничего не пить. Но? А как мне это сделать-то без телефона? Фу, поколение дегродов нихера не можете сделать без своих гаджетов. Вот у отца был гаджет, ремень называется. Он помогал, я все делал. Давай, сыночка, занимайся как следует. А, пап, ладно, я пошел. Давай. Угу. Сменку. Ваня, ну ты спец!
понравилось видео, ставь лабрадора. Пиши в комментариях, как дети засирают твою машину. Про инстаграм скажи. Да пошел ты в жопу, и так пишут все слова. Все, мужики, пока!